Всем привет. Меня зовут Влад Никитин, и это моя история про мотокросс. Заниматься я начал в возрасте 5 лет. Папа мой купил сначала себе мотоцикл и начал сам заниматься любительски. И никогда даже и не думал он, что что-то из этого выйдет профессиональное. И я, в общем-то, как 5-летний ребенок увидел, сразу же захотел себе мотоцикл и попросил у него, в общем, купи мне, пап, мотоцикл. Он, можно сказать, почти сразу его мне купил, и я начал кататься. В общем-то, не мог остановиться никак. Меня это затянуло, и в 2006 году меня увидела команда. Мы решили попробовать выступить на детском чемпионате мира. Вот. У меня, в общем-то, в своей возрастной категории неплохо получилось. Я занял 2-е место. И с этого момента я уже понял то, что назад дороги нету, только вперед. И начал профессионально подходить к этому вопросу. Потом, через несколько лет, я занимался, и в 2009 и 2010 году уже в более высокой возрастной группе стал чемпионом России. Меня увидели уже другие команды. Я попал в московскую команду. Там был очень хороший тренер Станислав Высоцкас. Мы до сих пор с ним общаемся как друзья, и он мне вот в те года именно очень много помог и дал, и, можно сказать, благодаря ему я вышел на вот этот уровень, на котором я есть. В 2013 году я начал заниматься у Сергея Гарина в Германии. Это очень известный человек в мотокроссе. Он выступал на чемпионатах мира, России, и очень много достижений у него. И я вот решил то, что это будет большой шаг, если я попаду к нему и начну заниматься в Европе, выступать на чемпионатах более сильных, чем Россия. И, в общем-то, так оно и было. Это на самом деле было очень нелегко, потому что жил я там, занимался там, пришлось учить язык и заниматься, грубо говоря, вставать с утра, полностью отдаваться мотокроссу, приходить вечером, и ни на что другое просто не было сил никаких. Из успехов я проехал 3 этапа очень сильного чемпионата Германии АДАЦ. Лучшее место у меня было 11-е. На самом деле это неплохо, так как на первой гонке я даже не попал в квалификацию. Вот спустя полгода в квалификацию я начал проходить и уже был ближе к десятке. А в то время как я в Германии занимал 11-е место на чемпионате России, я получался на молодежном первенстве 2-м в 2013 году, а на личном первенстве занимал 4-е место. Из травм у меня, на самом деле, слава богу, не так их много было. Я в классе 65, в маленьком возрасте еще сломал ногу, попытавшись прыгнуть прыжок. У меня это не вышло, я упал и отделался переломом ноги. А потом на тренировке сломал руку. В общем-то, тоже ничего серьезного, обычный перелом. И вот как раз в 2010 году, когда я стал чемпионом России на квалификации на этом же чемпионате, выиграв досрочно его, я зачем-то хотел кого-то удивить, поставить на квалификации лучшее время, хотя, в принципе, и так все было нормально. Я на ушах полетел на прыжок и чуть-чуть не справился с управлением мотоцикла, и на самом вылете меня выбило. Я очень сильно упал, у меня был вывих плеча, полный разрыв суставной сумки, перелом плеча и откололся кусочек кости от лопатки. И вот эта травма у меня очень долго залечивалась. Я не занимался где-то полгода вообще ничем. Просто ходил и не разрабатывал руку. Вот спустя полгода я начал хоть как-то разрабатывать руку. И спустя год сел на мотоцикл. Мотокросс — это очень тяжелый вид спорта на самом деле. Не только в плане физических нагрузок, а в плане и психологических. Когда ты выходишь на старт, все зависит только от тебя. Только ты можешь победить, проиграть, упасть, можешь получить травму, можешь сломаться мотоцикл. Это зависит от тебя, то, как ты подходишь к этому вопросу, как ты подготавливаешься, как ты подготавливаешь технику, как ты находишь какие-то команды, общаешься с людьми. Это все зависит только от тебя, и ты должен отдаваться этому делу на 100%. Ты должен утром вставать, думать о мотокроссе, приходить на тренировки, думать только о мотокроссе, выезжать на старт, думать только о мотокроссе. Все должно быть у тебя в голове на 100%. Если ты этим живешь, то у тебя обязательно все получится. Сейчас, в 2015 году, мне очень повезло. Меня заметили в Санкт-Петербурге.
Команда O2 Team. Сейчас я представляю их цвета. В общем-то, очень комфортно с ними взаимодействовать. Мне нравится, им нравится. В этом году мы выиграли чемпионат Северо-Западного федерального округа. На чемпионате России я выступил не очень хорошо. Надеемся на следующий год. Сейчас будет вот межсезонье. Будем работать над ошибками, исправляться. План на следующий сезон – выступить на некоторых этапах чемпионата Европы, проехать полностью чемпионат России, чемпионат Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербурга. На мир ехать пока рано, начнем с чемпионата Европы, будем выигрывать. Отдельное спасибо хочу сказать O2 Team, Arena Power Russia, KTM Russia. Только они мне помогли добиться успехов в 2015 сезоне. И огромное спасибо ребятам из ДБСС за данное видео.